я здоровался чуть попозже там в серии, но теперь у нас как бы продолжение. Еще раз поздороваюсь. Всем привет! Это игра Raid World War. Это продолжение той миссии, которая была до этого. Я записываю уже после того, как записал вторую часть, как будто это 35 минут кусочек. Вот. Вот. В принципе, все. Я поздоровался. Есть такое вступление. Все. Всем спасибо. И дальше уже смотрим. Оборонять, что... Мне кажется, быстрее с пистолетом, я буду автомат брать. Я с собой могу столько людей положить. Это враг? Не враг. Куда ты стреляешь, дебил? Вообще ни хрена не вину за эту тушу и кроме пистолета. Их ни хрена. Автомат он кинул меня. Да блин, что происходит? Сломать кран. Все готово. Блин, еще два. Обалдеть. А можно как-то это, не знаю, сохранить, что ли? Ну это просто пиздец. Перепроходить не особо хочется. Это не та игра, которая хочет перепроходить что-то. Ну ладно, давайте это пройдем. Это будет большая серия, все-таки получается. Я потом сокращу следующую серию, если получится. Ломик, зачем он нужен? Да, возьми, пошлите уже. А можно сразу несколько это сделать? Просто пиздец. Зачем его бронить вообще? Ай, тихо-тихо, ребят! Это свой, да? Весело, весело. Действительно весело. Откуда тут? Да что происходит? Откуда я свои путаю с чужими? Тут месиво просто дико и все. Вот чего не сдох? Воу! Мне здесь автомат нужен. Ребята, сейчас сдохну. Открыть вентили заново? И как я это должен сделать, блин? Дай хп. Сколько осталось ждать? 14 секунд, нормально. Может, стрелять будете, дебилы? Ух, ужас. Ай! Да ёб ты. Да, здесь автомат нужен, это бесполезно. Я больше не буду за этого чувака играть. Да блин, уйдите нахрен. Пиздец. Как же это играть вообще? Это сюр какой-то. Я ящик пошел открывать. Ой, блядь, нет, не пошел. Да.
Да сколько их тут? Назад стреляй, назад стреляй. А сколько это реально вообще пройти? В кооперативе. Там же еще больше народа будет. Ой, блядь, это что ж такое-то? Прикрой! Ой, ужас, ой, ужас. Да! Дай сломаю. Не стреляй по мне. Ай, больно. Задрало. Как он выжил? Это нереально играть, просто нереально. Ладно, мы пройдем. В принципе, удовольствие можно получить, когда не такие огромные толпы. КП где? Какой Watch, погоди. О, пулемет. Это пиздец. Где мои дебилы? А вот они. Вот отсюда убегать будет, да? Где 50 секунд? Нам еще это убить надо. Мизендерк или как там ее. Но у меня ТП мало, мне нельзя ничего делать. Стреляйте, ребят. Они, конечно, те еще рукожопы, но что ж теперь? Да, найс. Это было неплохо. Здесь зона гораздо проще для оборонения. Прошлое было ужасно. Иди стреляй! Смотрит он на меня. Кто-то уставился. Иди отсюда. Лечи меня. О, ладно. Я тут постою. Прикройте, надо винтер сломать. Ай. Ай. Вперед, ребята. Пушьте, пушьте. Как-то неприятно вот это вот все делается. Там уже никого нет. О, КП нашел. Нормально, можно стрелять теперь. Где? Ёпта. Как их много-то, оказывается, там. Я чуть не сдох. Давайте вперед, ребят. Огонь, огонь. Жуть какая-то. Всё? Блять, что это? Чего? Три штуки. Где?
Ну, ребят, можно меня прикрывать, пожалуйста? Что стрелять надо было? Ой, бля, я промазал. Короче, это... Что? Короче, это очень долгая миссия. Мне кажется, я ее разобью потом. На две части. Меня сейчас просру, походу. Пиздец. Я не знаю, как проходить. А, меня будут поднимать? А, меня поднимают. Окей, я понял, кто играется. А, еще и ХП здоровое становится, ясно. Это, конечно, игрокадр. Это игрокадр. Вообще можно не париться тогда, получается. О! Так много всего тут. Да уйдите, пожалуйста, прикройте. Как это работает? Да, попал. Уйдите, ребят, тихо, не мешайте. Ну, уйди, пожалуйста. Патроны кончились, да, мне особо не нужны. Ой, блядь. Ой. Пиздец, конечно, как это можно играть вообще? На плане... Он не хочет стрелять. Уйди, пожалуйста. Что происходит? Да, да, да. Он уже Германию захерачит. Так, о, надо почему-то издали херачить. Нормально, следующий снаряд. Сейчас поднимать будете меня. Несу. Куда стрелять-то? Куда? Уйди, пожалуйста. Уйди, говорю. Ай. Прикройте меня, ребят. Она не вращается, никто принес. Представляете? Поднимай меня. Поднимай меня, говорю. А куда понести-то его? Ладно, сейчас разберемся. Уйдите нахер. Так, куда тогда их нести-то? Блин, это вторая сложность всего. Че ж там дальше-то будет? Так, ну это явно не туда стрелять. Нам как-то туда попасть надо. А, вот это все вижу. А что тишина такая? Попал, что ли? О, готово! Фейерверки! Да, стрелять здесь очень интересно. Ой, бля, это же чувак идет. А, все. Эвакуация, нет? Надеюсь, эвакуация. Я уже две серии записал, можно сказать. Куда? Ай-яй, ай-яй. 50 минут. До двух серий еще.
Еще много. 40 минут. Ой, бля. Куда я побегу-то тебе? Короче, здесь побежали просто. Куда мне бежать? Просто куда-то бежим. Как это было? Кто-то взрывается еще. Просто убегаем, да? Да, мы здесь бы... Ой, ребят, погодите, не надо стрелять по мне, не надо, бежим, просто бежим. Мне задание бегите, я и бегу. Мои ребята вообще бегут или что? Что происходит? Далась. Все, сейчас выбежим. У нас останется 40 минут. Уйди, пожалуйста. Уйди, говорю. Блин, с таким уроном, конечно, по мне это да. Все, успокойтесь, ребят, пошлите сюда. Мы все выполнили. Все, идемте. Становись сюда. Заходи. Ей! Игра, конечно, глупость странная. Не представляю, как это можно играть в удовольствие в плане кооператива. Может, веселее, но так она выглядит просто отвратительно. Что? Эва! Ева? Ладно, есть картинки после этого, это можно даже посмотреть. 3 золотых слитка, откуда их взял? Ладно. Так, сейчас я закончу серию. Но... Ни хрена себе. Но! У меня на следующую серию, получается, остается 40 минут. Я как сделаю? Получается, я поделю. Поделю эту фигню. Я после 30 минут обрежу. Там скажу, типа, а, все, пока, до свидания. И, наверное, даже как-то в меню сейчас это выйду, сделаю. Вот так. Все. А тут, по идее, дальше серия продолжится, поэтому ну, можно и ничего делать. Давайте посмотрим, что там дальше. А, ну все, в принципе. Сохранение. Вот сохранение идет. Окей, тогда я здесь останавливаюсь. Все. Выхожу, а потом будет там продолжение какое-то. Всем привет. Мы как бы продолжаем серию прошлого. Я сразу так запишу, что это другой день, я скажу, поздороваюсь. Для меня же это та же серия, как бы не та же. Как бы, для меня тоже та же серия, но в другой день. Вот так вот, вот скажем. Вот. А еще надо приветствие записать будет чуть попозже, чтобы было приветствие в части. Да, во второй части. Вот. Только надо не забыть это сделать. Сегодня вообще надо записать 2 части, потому что я не играл дня 4. Вообще не записывал ничего. Обычно я так не делаю. Я обычно каждый день это делаю, чтобы ничего не забывать. И тут вот так вот происходит. Вот так вот, представляете? Все. Я вводной экскурс привел. Сейчас пытаемся пройти одно задание сегодня. Еще одно, точнее. У нас где-то 35 минут приблизительно. Может быть, чуть больше, хрен его знает. Потому что я же прекращал в прошлый раз все это дело. Уже 3-4, надо быстрее. Может быть, 45. Там было вроде 55, у меня записано. А вторая серия должна быть 50 минут. Первая 30. А вот час 20. Нет, у меня получается 35 минут. Блин, я так могу не успеть пройти. Ладно, что-нибудь придумаем. Может, опять разрежем. Ребят, давайте мы как быстренько посмотрим. Что за разведданные? Ага, понятно. У меня времени мало в этот раз, прочтем попозже. Ух ты, нихрена. Что это? Вы быстро выбираете наиболее подходящее оружие в любой ситуации. Это как понять? А, переключение между видами оружия. Чё?
Это пофиг. Вы бегаете быстрее. Сколько у меня вообще очков? А, последовательно, типа отсюда. Нет, отсюда. А! Понял. А это что такое? Скорость. Вы точно знаете, куда бить, чтобы причинить как можно больше боли. На 2, 4, 7, как мало. А это что такое? Увеличенный бонус к урону огнестрельного оружия. Какое особое мнение? А, это понял. Повышенный нос позволит вам дольше бегать, не переводя дыхание. Вот это хорошо, вот это я сделаю. Учитывая игру. Угу. Мысли, я что нажал? Применить. Что надо? Вот это что сначала? Последовательно, что тебе надо? Вот это? Капец. А это теперь нельзя. Да в смысле? А как я сюда переключусь-то? Вон он, как типа из трех выбор делать. Блин, я тупо сделал, погоди. Какого золота? 53 золота. О! Окей. То есть это мы качаем. Вот это уберем, вот это уберем. Это что такое? Давай пулеметчик. Да. Так, вот это теперь. Вам дольше бегать, не пи, вот это хорошее, да. Применить. А, вы быстрее передвигаетесь во всех режимах. Вот это давай. Так, а что такое? Увеличенный бонус к урону огнестрельного оружия. Ну давай. А что такое? За дальность. Ну, блин, спасибо. Ну, ладно, давай. А здесь что? Вы точно знаете, куда бить, чтобы причинить как можно больше боли. Ну, можно, в принципе. Там есть противники какие-то жирные. Все. Получается, дальше-то я не могу. Окей. Так, здесь прокачались. Сперва уже. Уйди нахрен. Сколько времени? 5 минут, 30 минут осталось. Так, что я тут могу сейчас прокачать? Улучшить. Снижение отдачи. Это, да, отдача там нужна, конечно. Снижен разлет у снайперской винтовки. Ладно, давай стабильность лучше. Вот сюда. Она не тыкается. А, там надо что-то еще испытание какое-то завершить. Ну ладно. Допустим. Второстепенный, можно хоть... О, прикольно выглядит эти. Это же лучше. Не выполнено. Вообще ничего не выполнено. Ах, ладно, ближний бой. Понятно. Это что такое? Это карабин, да? Он побыстрее стреляет? 480. Да вот это возьму. Потому что здесь... Вот это как использовать? О, все, погнали. Потому что с тем стрелять, как он бьет. Это лучше гораздо, да. Так, это что такое? Это какие-то карты, что-то. Все, погнали. А то не успеем. В следующий раз уже будем изучать. Так, разрушить... Это мы прошли, да, золотая лихорадка, да? Выберите рейд, который хотите разблокировать. А-а-а.
на время проникните в бункер и спасите захваченных летчиц. О, летчиц, да, ну давай разблокируем. Ну что, готовы еще раз прочистить Гансом дымоходы? Очень хорошо. И данные по этому заданию у миссис Уайт. Бегом, бегом. Охеренная вставка. В прошлой ночи было сбито несколько самолетов знаменитого 588-го бомбардирного полка. Уцелевших удерживают в плену в укрепленном бункере. Как вам известно, эти женщины настоящие герои. И их захват – страшное потрясение. Освободите их. И прежде чем они попадут в Берлин, проникните в укрепленный бункер, найдите ночных ведьм, доставьте их в безопасное место, эвакуируйтесь. Операция это что это? Я все понял, что он сказал, конечно. А тут еще и сложности есть. Ёпти. Ну да, как мне еще играть? Там меня иначе вынесут. А хотя, может, и не вынесут. Погодите, может, стоит отключить? Ладно, в этот раз сыграем. Пошите. Вот врагов будет меньше просто, если я один буду. А, что это такое? Ла-ла-ла-ла. Все, сказали, команду выдали. Давай, пинай. У меня осталось 20 минут. Не знаю, как я успею пройти. По-моему, в прошлый раз минут 40 заняло это. Good start. Ой. Ой. Push up to the bunker. Alarm. Оу, это не ожидал. Я этого не ожидал. Оказывается, надо было потихоньку, походу. Тут он стреляет. Без снайперского прицела, конечно, вообще ничего не видно. Ребят, погнали. Куда-то 104 метра, понятно. Да кто там? Уйди нахрен. Ребята, ран. Всем похер. Ой, это не похер. Это могло быть больно. Погнали, быстрее взрывайте, как пройти-то вообще. Ой, ну какие толпы врагов, это обалдеть. Там надо быстрее, а мне хп хоть мало как-то. А что-то они больно стреляют как-то. Да, меня сейчас убьют так. Уйди, чел. Я даже не знаю, куда стрелять. О, попал. Вот здесь, кстати, снайперка пригодилась бы. Бля, ну и врагов. Поднимай меня. Пробиться к бункеру, обалдеть. Такой прицел-то просто долбанешься. Давай передвинемся поближе. Это бесполезно просто так. Я их не вижу толком. Надо еще... Что такое? Ребят, давайте вперед. Двигаем, двигаем жопой, 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 вперед. Там опять кто-то сел за пулемет, по-моему. Почему не сзади нас? Мы что, а тут пришли. Все, мы у бункера, ребят, давайте быстрее. Пробились. Что это такое? Это как так? Как этот пистолет стреляет? Почему вниз надо крутить? Не понимаю это.
Взрываю бункер. Ну и происходит, конечно, беда. Ой, блин, это, конечно, игра... Говно. Я надеюсь, дальше сценки-то будут озвучены, а то все это очень странно. Что такое? Как долго ждать? Охеренный таймер. Ты пойду патроны пособирай. Ты кто такой? Эй, обратно, обратно. Ну и просто... Там еще кто-то. Куда стрелять? Почему субтитров нет? Раньше же были. Это кто такой? Я его не вижу. Прибежали. Найти пленниц. Ай, это что было? Это снайпер? Внезапно мне нужна снайперская винтовка. А раньше была не нужна, кстати. Ну, это стрелять, конечно, невыносимо. Убей его. Ну, убей, ты сможешь. Я снайпера попробую убрать. Его убрали, что ли? Ой. Он так скачет, обалдеть. Эй, я тебя вижу. Блин, патроны. Понятно. Ауч. Они бухают. Понятно, почему они убить никого не могут. Ой. Сейчас, секундочку. А, отлично. Патрончики можно взять, пожалуйста? Спасибо. О, тут еще и ХП. Что это такое? Эй, блин, ты как хел. Снайпер? Здесь? О-о-о. Я вижу снайпер, да. Ой, как хорошо-то было. Раскидали направо и налево. Где мне их искать вообще? Как он пробежал? Вот это что было? Оу. Патроны сейчас кончатся. Как это? Почему-то пистолет точнее, чем эта винтовка гребаная. О, патроны. Еще талисманчик нашел. Кто такой? Ой, блин. В натуре камон. Дверь открыта. Ребят, пошли. Кто здесь? Тут пусто. Идем дальше. Вон стреляй. Можно, пожалуйста, прикрывать, ребят? Я тут вообще-то двери взламываю. О! Есть кто? Нет никого, дальше. Это кто? Это враг? Здорово! Keep close. Keep close. А, тут решетки есть, оказывается. Bear with me. И где она? А, вот еще дверь. Здорово! Там волна, походу, идет. Подать сигнал к эвакуации. Окей, сейчас патроны тут возьму, а то что-то беда.
Все, у меня есть патроны, ребят. Сейчас будем прорываться. Подавать сигналы всякие. Идем. Что такое? Блин, игра, конечно. Уйди нахрен. Анимация кидания этого предмета тоже, конечно, мое почтение. О. Здорово. Здорово. А ты как выжил? Или ты другой? Кто-то макает. А здесь не выйти с другой стороны, да? Ага. Идем, идем, идем. Тут врагов нету, ребят. Врагов нету, есть только мясо. Все окей. Ой-ой-ой, все-таки есть враги. Они стреляют даже. Или пытаются. Уйди нахрен. Первое задание было сложнее, по-моему. Ой, это какой-то сюр, просто обалдеть. Куда там? Почему мне сигнал подавать снизу? Погодите, ребят, сейчас я. Так, это что, ломик какой-то? Зачем он? Это здесь. А, вот тут сигнал подать, понял. Ох, ё-моё. Ух ты, попал. Алаш вызывает мисс Уайт, прием! Алаш говорит мисс Уайт, ты ведьми у вас? Прием. Все цели у нас, полной безопасности, дорогуша. Можно нас теперь эвакуировать, прием. Алаш, машину уже пойти, оставайтесь на месте, конец связи. А мы можем проиграть еще, в принципе, что-то? Новый план. Ребят, давайте хоть по очереди заходим. Ой, сейчас, секунду. Вот теперь заходим. Во, хорош, молодцы. Молодцы, ребят, молодцы. Заходим так же, идем. Ну и тупица, конечно. Это просто тупица. Ой, а как выйти-то? А, вот тут? Уйди нахрен. Ребят, тут чисто. Тут зашибись. Эй, это грузовик! Не бросайте ведьм! Каких ведьм? Ох, это снайпер. А! Больно. Снайпер с фонариками, да? Блин, ведьм, по-моему... Что это такое? О, бля. Ладно, тут может быть опасно. Их просто, они числом берут, их просто огромное количество. Они вообще собираются идти? Что происходит? Воу-воу-воу, что происходит? Минометы. Вы чё? Just follow me. Follow me, говорю. Что происходит? Что-то вы это в порядке, ребят? Нам помогает или что? Блин, они идут, вообще здесь задрали. Ё-моё. Вы серьезно? Они так ходят? О, бля. Ой, не то. Ребят, мне сейчас подняться придется. Какой-то ужас. Блин, с такой скоростью ходит, это просто ужас. Ля-ля-ля-ля-ля. Ай, подняйте меня, пожалуйста. Подними меня. Подними, чел. Ой, это опять это огонь, да, минометный. Идем со мной.
Блин, как отсюда выйти-то вообще? Они что-то бесконечные. Там все живы. По-моему, сейчас одну из наших ёбнет. Пиздец. И как я должен это проходить? А, их вообще не ранит, да? Класс. Ишаболда, иди сюда. Ты можешь быстрее двигаться. Бегом, ноги, передвигай ногами. Ой, бля. Гоу, гоу, гоу! Тупая пизда, иди сюда! Ну ты сидишь, идем! Как ее под жопки дать? Давай быстрей! Да. Это, конечно, гениально. Это бесячая миссия. Так, стой, не иди никуда. Сидим, ждем. Волна снова. Но это пиздец. Это не игра. То есть они еле ходят. Что с тобой не так? Объясни мне. Женщины. Блять, пизду тебе. Да. У меня патрон. Да эта тупая дура не идет никуда, она меня задрала уже. В чем проблема твоя? В чем твоя проблема, ты? Куда ты пошла? Куда ты пошла? Пошли. Идем, двигай. Двигай, давай быстрей. Идем, идем. Меня ранили, ребят. Ребят, меня ранили. Хелпай, хелпай. Она вообще просто идет, ей похуй. Идем, 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 идем. Я понял, как это играть. Просто идти около нее, и все. Ничего не надо. Не надо стрелять, ребят, идемте просто. Просто идем. Все хорошо. Идем просто вперед. Иди сюда. Уйди нахрен. Идем, 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 идем. Давай двигай, двигай, двигай телом своим. Ну куда ты пошла? Пожалуйста, давай двигай быстрее. Ну, давай. Оп-хоп, правый, левый, правый, левый, правый, левый, давай. Живи попкой. Давай, 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 давай. Ну давай, давай, ты. Блин, а по-моему, больше меня. Давай, давай. Летчица, или как там тебе? Пленница, давай, идем. Ну почти лечится. Уйди нахрен. Идем. А то вдруг еще тебя пальнут, там еще, понимаешь, такое бывает всякое. Идем. Смотри, вон грузовик, вон. Смотри, ты можешь побыстрее поторопиться? В чем твоя проблема, пожалуйста? Вот ты такая деловая. Ты Дарт Вейдер? Давай давай вперед. Кто там стреляет? Ай, снайпер, аккуратно. Он сейчас может попасть. Он ведь упадет. Машина, давай быстрей. Двигай. Двигай, давай. Двигай, не останавливайся. Что-то остановилось-то. Что такое, со ступор был? Да ты можешь в дверь сесть переднюю. Не разрешаю, так быстрее было. Обалдеть просто. Просто обалдеть. Уйти. Вот обалдеть. Ой, да уж. Какой ужас.
Манчоп! Батчап. Я не знаю, насколько это уместно ставить на превьюшку. Но это у меня единственный кадр, который есть. Ужас какой-то. Это просто... Это выглядит все как сюр. Просто ужас. Ой, ладно. Ну, я надеюсь, мы пройдем. Ой, что такое? 17 тысяч, 8 уровень. То есть мне до этого дали гораздо больше уровня. За что? Угу. Ну так-то у меня есть время теперь посмотреть, что да как. Так, ну это я не буду ничего искать. О, нифига, что это такое? У меня унитаз есть. Это улучшение уже используется. А, ну еще кто-то сидит, да? Недостаточно золота. Да больше золота. Откуда я золото достану вообще? Я где-то нахожу его, что ли? Обалдеть. Ладно. Так, что я здесь могу прокачать? Это что такое? Военврач. Вы быстрее ставите на ноги, тяжело ранить. Я никого не ставлю на ноги. Пригнитесь и накройся. Пригнувшись, вы получаете меньше урона. А, прикольно. А я могу, типа, еще прокачать? Нет, не могу. Так, а вверху что такое? Вы получаете меньше урона на бегу. А, ну вот это лучше. Я так часто приседаю, просто на автомате. Так, вот это что такое? Вы по максимуму используете захваченное вражеское вооружение. О, это хорошо, у меня боеприпасы скончаются. Давай сюда. Хотя боезапас, может быть, увеличивать. Дай бы запас, вот, извините. Ой, ужас какой-то. Тоже качаешься, да? Прош. Почему здесь прицела? А есть что-то среднее такое, знаете, вот, чтобы... Туда и сюда было оружие. Темп стрельбы 480, а, ну, то есть такой же. Стабильность 50, 80. Ну, это больше стабильности. У него, в принципе, еще все лучше. Этот стен не надо брать, карабин лучше. Там что-то на пистолете было разблочено. Ну-ка. Так, улучшить. Снижение разлета. Ну да, а это что такое? Увеличенный магазин класс 1. Давай класс 1 увеличим магазин. А мы обе сразу улучшаем? Ни хрена себе. Окей, хорошо. Вот смотрите, еще и внешне меняется. Это неплохо. Это очень неплохо. Так, ну мне надо дождаться 35 минут, что-то посмотреть здесь. Потом уже. И зачем мне унитаз здесь покупать? Объясните мне кто-нибудь. Комикс. Бейкер Стрит, Лондон. Что? Бейкер Стрит, это же где Шерлок жил, по-моему, да? Альянс воюет с Гитлером. Дай нам газету. О, это, пожалуйста, верно. Моя... И Гитлер победил. Это вся история. Мистер Вайт, миссис Вайт, это вы. Вы спрашивали, что с найденными Рутхерсами, убийцами для вашего рейда проекта. Имейте... Вы нашли их? Я думаю, так, сэр. Верно, хорошо это слышать о их. Кто первый? Стерлинг. Стерлинг. Празднуй,
сын празднования, первый из Финнер фамилии, что-то семьи. Если ты, не помню, что такое РО, что сортировать вещи, которые он важно нет, нажмите строчку его приключений, открытий, офицер, и добавьте что-то больше. В Раствор, Раскал, Провокации и другие мировые события, видимо. Однажды ваша... важный офицер Финнест, он уже был, просто слово вон он, Финнер, фамилия, что-то. Не выходите с работы, ваша, что путь для него, сэр. А ты... авария, операция Арктика Флейм. Командование рейда в Норвегии, не так ли? Волонтеры только. Джоли хорошо. Просто внезапный такой вброс. Ну, Джоли, ему хорошо. Так. Стерлинг был весел с Вафом. Назад в Галивах. Верно? До они посмотрели. Она... Как это? Ее... Кникерс. Чего? Кникерс. А. Поднять его... Тайт. Тайт это порошок такой этот стиральный. Фузеляж. Это... с его собственным вибингом. Видимо, это какая-то эмблема, наверное. Давай, лац, это прошло. Просто была просто шутка. Че за слово? Он тие, что ли? Я не знаю такое. Сколько время? Я не хочу позориться дальше. Защищайся. Однажды Морбин. Там, блин, у меня еще буквы расплывчатые, не понимаю, что там. Гитлер. Или что это за слово? А, Гитлер это что ли? Не так ли? Какой ранг? Какой у тебя ранг, Саланя? Что за оружие? Стандартное. Чего? Что это было? Так, все, 35 минут, все, хватит позориться. Давайте закончим. Все, всем спасибо за просмотр, надо английский учить, продолжать. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии. Заходим в группу, там скриншоты, обзоры, саундтреки. Ну и как обычно, всем спасибо и всем пока.